Включаю питание. 12 вольт. Выбираю поляризацию приема вертикальную. Для этого 12 вольт через инжектор подается на приемный конвертер, установленный на антенне. Есть прием. Синхронизирую частоту приема по сигналу центрального маяка со спутника. Вот его сигнал. Частота выровнена. Подаю 5 вольт. Идет прогрев термостатированного генератора, о чем сигнализирует красный светодиод. Кварц внутри нагревается до 75 градусов. На холодную на это обычно необходимо около 5 минут. Если сейчас включить передачу, то видно, как сигнал несущий плавно плывет в сторону целевой частоты. Зеленая линия. Когда прогрев будет завершен, красный светодиод потухнет, и частота на выходе генератора будет точно и стабильно установлена. Прошло несколько минут. Прогрев завершен. Включаем передачу. Сигнал несущий точно там, где он и должен быть. Частотой приема и передачи можно управлять как с радиостанции, так и программно. Частоты приема и передачи синхронизированы через CAT-интерфейс с радиостанцией. Выходную мощность конвертера измеряю прибором на детекторе AD8318 и сигнал с усилителя подаю на прибор через два аттенюатора на 10 и 30 дБ, суммарно ослабляя сигнал на 40 дБ для того, чтобы попасть в диапазон работы прибора. Включаю передачу. Выходная мощность конвертера получается 33,5 dBm, что соответствует чуть больше, чем 2 ваттам мощности на частоте 2400 МГц. Потребление всей схемы при этом получается около 1,7 амперы при напряжении 13,8 вольт. В качестве модулирующего сигнала с трансивера приходит 1,5 ватта на частоте 430 МГц, которые перед подачей на смеситель ослабляются самодельным регулируемым аттенюатором на резисторах примерно на 20 дБ, чтобы получить необходимую оптимальную мощность для смесителя.
При этом свой собственный сигнал со спутника принимаю с уровнем минус 66 dBm. При полке шума минус 94 dBm. В то же время сигнал спутника проходит минус 59,6 dBm. То есть разница между моим сигналом со спутника и сигналом нижнего маяка составляет примерно 6 дБ, что 4 раза по мощности. То есть, чтобы полностью сравняться с сигналом нижнего маяка, в облучатель антенны нужно подавать не 2 Вт, а 8 Вт. Леонид Амма Ульяна, здесь радио Двойка, Дмитрий, Зинаида и Елена на приеме. Добрый вечер, Вячеслав, это Антон, Тюмень, локатор Мария Ольга, 27, Сергей, Елена, Мария Ольга, 27, Сергей, Елена, 59, на приеме. Антон, Тюмень, все принято. Мое имя Вячеслав, нахожусь недалеко от города Москвы, город Видное, Китич, киловатт, Ольга, 8-5, Ульяна, Михаил. Принимаю вас также 5-9 на приеме. Все отлично, спасибо за рапорт. Но у меня так-то вопросов нет, и если что, могу ответить на приеме. Да, Антон, расскажите, а что у вас используется на передачу? Какое оборудование и какая мощность, в какую антенну смотрит? Было бы интересно узнать на приеме. Хорошо. Радио Двойка, Дмитрий, Елена, радио Дмитрий, Леонид, Анна, Ульяна. На передачу у меня Icon 706, трансвертер и усилитель DX-Patrolский в режиме 5 Вт работает на спиральную антенну 4 витка на 65 сантиметров тарелки. На этой же тарелке и приемная LMB, тоже DX-Patrolская, VSDR, свисток и консоль, программа. Вот так работаю на приеме. Радио 9, Леонид, Анна, Ульяна, радио Двойка, Дмитрий, Зинаида, Елена, да, Антон, все принято, на моей стороне здесь работает на передачу сетап, собранный в основном из модулей с AliExpress, на выходе стоит Wi-Fi усилитель и мощность на выходе конвертера 2 Вт, 2 Вт примерно, модулирую конвертер с трансивером ESO-857. Это все идет в антенну, тоже спиральный облучатель 6 витков и смотрит в антенну тарелка 1.1 метр, 1.1 метр. На прием тоже используется та же самая тарелка и свисток RTL-UZS на приеме. Принято, Вячеслав. Ну, отлично. Вообще для 2 Вт очень достойно звучит. Вполне на уровне. Хорошо. Пожелаю всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом. 73.
Радио Зуик, Леонид Анна Ульянова. Радио Двойка, Дмитрий Зинаида, Елена Дантон. Спасибо за связь. Очень интересно было с вами встретиться. Я буквально второй день на спутнике работаю. С наступающим вас Новым годом. Здоровья и успехов. 73. До свидания. До свидания.